Здравствуйте, в эфире «Военная приемка», с вами Алексей Егоров, и эту программу мы начинаем с поджога. Знаете, когда я был маленьким мальчиком, у меня была мечта, чтобы ко мне домой приехала пожарная машина, и вот, похоже, мечты сбываются. Одна пожарная машина приехала, второй автомобиль мы поджигаем, но поверьте, то, что происходит здесь, это вам не детские игрушки, а настоящая взрослая мужская работа. Мы находимся на территории Кубинского научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники. И здесь машины поджигают по долгу службы. И то, что приехала сейчас сюда пожарная машина, это значит только одно, что этот автомобиль прибыл для подстраховки. Дело в том, что броневик, который мы исследуем, обязан пережить возгорание 10 вот таких больших навесок с напалмом. И чтобы понимали, насколько безопасно мы чувствуем себя на этих исследованиях, я забираюсь внутрь этого горящего автомобиля и просижу здесь до тех пор, пока пламя не будет потушено. Автомобиль, который на ваших глазах мы пытаемся сжечь заживо, это «Тайфун», армейский броневик нового поколения. Вы наверняка слышали о «Тайфуне К» и «Тайфуне У». Эти броневики уже давно проходят испытания и ждут поставки в армию. Но сегодня военная приемка устраивает премьеру. Перед вами автомобиль новой модификации «Тайфун ВДВ». Прежде публике его не показывали нигде и никогда. И уж тем более в таком виде.